что-то я не понял, а на ноутбуке можно разве сосиски жарить? Степан, это же магия. Шо, Лапландия? Идиот. А разве так можно? Я хочу назад у котика превратиться. Мяу, мяу, мяу-мяу, мяу. Идиот, это ж магия. Хотел бы я такому хозяину попасться, а друг вместо копилки котика возьмет. Ребятки, ребятки, а что я тут пропустил? Я тут ненадолго отошел по своим государственным делам. А давайте ему шарика дадим вместо свинки. Посмотрим, что будет. Котофеич, не балуй. Ребята, я что-то не понял, что раздвоился, что ли? А коты тоже могут раздвоиться? Коты раздваиваться не могут. А кукиш тебе, я раздвоился, во как! Ребята, я что-то опять пропустил, там что, про покемонов было? Это что-то я, ребята, не догоняю, что, покемоны-то существуют или что? Коты Пикачу существуют! Кто здесь? Что все разборки? Стол жалко, что поломали. Давайте шарика поломаем, а? Котофеич, что, опять за свое?